Добрый день! Разрешите представить вашему вниманию программу TableView Video Player, а именно третью версию. Этот продукт предназначен для анализа видеофайлов и поиска в них определенных сцен, событий или объектов. Откроем несколько файлов. Достаточно щелкнуть по имени файла, чтобы получить о нем краткую информацию. Разрешение, количество кадров в секунду, продолжительность видеозаписи, размер файла и идентификатор видеокодека. Чтобы начать воспроизведение, достаточно дважды щелкнуть по имени файла. Главное отличие этой программы от других – это представление видео в виде таблицы, где каждой ячейке соответствует свой определенный интервал во времени. Рассмотрим основные вкладки программы. Вкладка «Files» содержит список файлов, с которыми мы работаем. Вкладка «Playback» содержит элементы управления воспроизведением. Вкладка «Show Parameters» определяет размер выходного видео, количество строк и столбцов таблицы, размер и цвет рамок и некоторые другие параметры. Вкладка Save Parameters позволяет выбрать видеокодек для сохраняемого видео, а также тип для сохраняемых изображений по умолчанию. Вы можете выделить только определенную часть исходного видео, например, первые 20 минут. Во время воспроизведения видео возможна навигация по треку. Если вас что-то заинтересовало, то достаточно щелкнуть мышкой по той ячейке, где вы заметили что-то полезное. Воспроизведение автоматически приостанавливается и запускается отдельное приложение, где можно просмотреть видео со звуком и в отдельном окне, которое можно развернуть, распахнуть на весь экран. Таким образом, мы можем легко проверить видеозапись на наличие определенных сцен, например, драки, эротику, автомобильные гонки, найти нужные нам события или нужных нам людей. Если вы занимаетесь видеомонтажом, то перед продажей или публикацией можно быстро убедиться в отсутствии ошибок монтажа или кодирования. Перед просмотром нового фильма можно за несколько минут оценить, насколько он будет интересен, просмотрев его в программе TableView Video Player. Программа поможет легко оценить, насколько фильм динамичный, какие сцены темные или светлые преобладают, а также места действий. Также программа может создавать индексные изображения, всего видео или отдельных его частей.
Ну и, конечно же, сохранять видео в табличном представлении. В дальнейшем видеофайлы можно посмотреть с помощью любого видеоплеера, в том числе на Android или iOS. Полин, смотри, как бежит. Продолжим работать. Другой. Найдя нужное нам решение, мы можем выделить его с помощью контекста. Зато скажет сама же. Скажем, ты дела. Дядя. Немножко подапайте. Также мы можем сохранить отдельный кадр. Или часть кадра. Если вы хотите создать список сцен с их описанием для последующей демонстрации другим людям, то данная программа позволяет создавать такой файл, содержащий как видео из этих сцен, так и их подробное описание. Добавим новую сцену. Заполним необходимые поля.
При желании можем добавить еще несколько сцен. Проэкспортируем наши данные в файл. Теперь мы можем их просмотреть с помощью программы Video Scene Viewer. А у меня на этом все. Спасибо за внимание.